You were Бля, moved. если честно, не понимаю, почему эти дамаги вообще никакой не наношу. Здорово, дружище. Я тебя пизжу, я тебя всем чем угодно пизжу, но, блядь, дамаги в тебя нету никакой. Ну так я понимаю, ну тогда. Хотя я тебя должен, блядь, как бы выносить, причем нихуёво. Т6 сказал, видишь? Ну давай раздуем, давай вот так вот поменяем. У меня сейчас, блядь, дамаги примерно на 200, блядь, увеличилось. Вот сейчас у меня 812. Да пиздец. Блядь, все равно я тебе хоть какую-то дамагу должен наносить. Ну погодь, 200. Так ты видишь, я тебе, блядь, по 300 наношу. Просто по 300, ну чё за хуйня-то вообще? Да это, блядь, бредятина какая-то, ёбаная нахуй. Это, блядь, это арены, блядь, это всякая хуйня, это меня дрочить начинает, блядь. Ну то есть на выживаемость у тебя, блядь, что там, восстанов... А, ну да, у тебя восстанов... Я в домах ничего не... Бля, ну тут мало рекламно, согласен. Защита, да, вот я вижу, ну. Ну да, согласен, может. Ну да, может быть, тогда тут я. Тут и я не прав, вообще на самом деле. А, ласт, прикол сказать. Давай, жди. Ну, так... это... Ты, Серег, знаешь. Кота були на золотую статую. Сейчас, погоди, забафаюсь хоть немножко. Да какая разница, я с обжором, без обжора, блядь, я ебаш. Да, это тоже... Да, блядь, пиздец, ну, я всех убиваю, кроме, блядь, тебя, ебаный урод. Это чистая хуйня, блядь. Нет, я вообще, я чё думаешь, тебе писать-то начал, блядь? Потому что я как бы не парюсь обычно, да? Ну, и, блядь, я даже 7к там каких-нибудь летописцев убиваю, блядь, ну, пиздец. Тебя я не могу убить просто, вообще, меня это высадило. Я даже тебя, видишь, нет, дебаф на тебя не так. Да ты, блядь, можешь постоянно ее давать. Так в тебя вообще просто ничего не входит, меня это, блядь, начинает высаживать, блядь. Ну-ка, а раздуй мне за статы за свои, если, ну, если, ну, не впадло вообще просто. Давай за защиту. Блокировка, парирование, вот за эти. Устойчивость. Не-не, давай сверху парирование. Бля, да чё тогда хуя, давай с этого начнём. Да хуя у тебя что-то уклона, нет? Где-то уклон. Не, было больше. А где-то уклон разогнал. Чё вообще? Ну смотри. А, так ты в мародере, да? Подожди. А ты ловкость как разогнал? Так у меня больше ловкости, 342. А силы у тебя сколько? Ты как его разогнал?
А, за мародеров, ну понятно, но... Давай, ну. Так это пиздец вообще просто. Ну ёбаный в рот, нахуй. Какая гниль? Гниль, ёбаная гниль. Так вот об этом-то и речь, блядь. Я пиздец, я в фул эпохи, блядь, а ты меня просто убиваешь, как будто бы, блядь, я в легенде в какой-то. Вот это что за хуйня на тебе висит? Вот здесь пошло. Все, просто а ничего не проходит по тебе. Что это было у тебя? Это пиц с нога. Понятно. Кстати, ну, хорошая это... вещь. Бля, так я в него просто дамагу не вношу. Так вот, вот об этом-то и речь. Бля, просто в тебя ничего не проходит, это пиздец, ёбаный в рот. У меня даже, блядь, уже... Как это, блядь, проворство откатилось, ёбаный. Хуйня вообще. Так, блядь, это без... Ну, да ебаный в рот. Ты первый такой хромовик, который попался мне вообще. Так смотри, я, ты просто даже ничего не юзаешь. Давай просто проверим скиллы. Я сейчас выпью банки. Смотри, парирование, парирование. Парирование. Блокирование, парирование. Все, ты у меня все заблокировал и запарировал. Вообще все просто. Так, ну, блядь, не почти, а фул. Я то есть оставил тактику чисто для этого, как его скажи, для крита оставил тактику. Да, ну правильно.
Да, это пиздец, нам. Все, это. Понятно. Блядь. По ходу дела пора спекаться, блядь. Почему есть грамотные разбойники, они прям... Так а за что они тебя убивать могут, блядь? Понятно, вот, ну как бы я не спорю, у тебя 6 с половой ГС, блядь. Блядь, извини, если я одену, блядь, щит второй эпохи, блядь, или первой хотя бы эпохи, да, и копье, блядь, так ты у меня будешь тоже хуй посасывать, блядь, извини. Когда, блядь, у меня все будет в уклон, да в парировании идти. Как бы, щит, кстати... Просто учитывая, блядь, то, что... Вот смотри, вот давай я выпью сейчас все банки. Вот начни меня пиздить. Вот просто начни. У меня, по идее, блядь, в ответку тебе должно быть все парирование, да? Но заметь, у тебя каждый удар, вообще просто каждый удар, ты начинаешь проходить по мне. То есть ты... А у меня... Я тебе... Ты мне в лицо убьешь. По идее... Сейчас, погодь. У меня уклон 18% и парирование 18%. Ну, один раз. А ты мне из 10, 9, ну, 9, ладно, пробил. А я, смотри, в тебя бью просто. Я просто, ну, давай я даже со спины тебя буду колотить. Ну что-то тоже началось. Ты что, забыл что-то юзный? Я до этого тебя бил, у меня все в парировании, в уклон было. Ну давай в лицо попробуй. Бля, где ты? Дай в лицо. Бля, на, за вискарем идти. Я так расстроился вообще. Вот просто я так расстроился. Очень-очень расстроился. Так заебался уже донатить, если честно. Я тебе так скажу, блядь. Ну вот это тоже у меня штука, блядь. Так это не спасает на самом деле. Я ебаный в рот, это не спасает. А ты чё, на чё снимаешь, кстати? Блин. Да, блядь, я пытался снимать на фрапс. Вообще просто повисает. Так это, блядь, это хуя чистой воды, бомба, камера. Да, блядь, вообще просто attention. Я, блядь, даже если я тебе дамаг, ты можешь даже не хилиться. Нахуя ты хилишься, у меня вопрос. Так, блядь, я тебе... Да мне доклада, блядь, банки, у тебя хил один только спасает. Не, ну сам на дристалке я как бы хромовиков выношу вообще на раз-два, блядь. Но, блядь, пиздец. Вот, ну, вот ты первый, кстати, на арене, кто, блядь, реально жестко как-то, блядь, сопротивляет. Нет, было еще.
Это кто, блядь, маркобес вообще? Хуй знает, не видел такого, блядь. Не сопротивлялся он, видимо. Угу. Да. Ну у тебя заебись, у тебя хули этот еще копье, блядь, второй эпохи, блядь. Ты может из этого так дамагу тоже вносишь, дай боже, вообще. Да, там... Ну так я копье на самом деле тоже из-за профа взял тупо. Потому что если я, блядь, меч беру в руку, у меня на 200 просто повышается ДПС. Как еще раз? Я погляжу. Аско. Ну, что-то. Так а он где в топе-то, я понять не могу. Его нет, да что-то. А, Аска. Да. Паладин который, да? Бля, ну сейчас на арене просто оборот. Пиздец, он в релике, ёптать, бомж ёбаный. Он причем в релике, блядь, эфирийки. Вот в чем дело-то. Бля, ну вот это пиздец, это вообще бомжа выход. Блядь, реально бомжа выход. Да пиздец, я тут донатил, блядь, столько, чтобы, блядь, себе одеть, короче говоря, первую эпоху. И я охуеваю сейчас, блядь, ну, какие-то дрочни, блядь, меня убивают. 3-0 я просто начал охуевать. Я до 3-0 нормально, как бы, блядь, ну, выходил в топ-10, да? Ну, грубо говоря. А сейчас после 3-0, блядь, меня, блядь, ну, просто закалывают. Всякие дрочни, типа хилы и хилы, блядь. Хилы и оборона, блядь, вообще, чё это за хуета? Да не, я не про тебя, а именно, как бы, говорю, ну. Особенно меня высаживают, блядь, вот эти недодрочни, блядь, в виде, короче говоря, наемников, блядь, и как их называют? Наемники и эти, педики, блядь, гладиаторы, блядь. Которые... Вообще пиздец, блядь. Это вообще они откуда взялись, блядь? 3,5 кг, они тебя, блядь, убивают. Это, блядь, бредятина нахуй. Короче, видимо, надо щит одевать, да, на арену. А, блядь, на масс ПВП, короче говоря, брать все-таки двухруки. Ну, тут все ясно. А у тебя... Да, блядь, чё у меня пухи-то нормальные, как бы как ни крути. У меня вторая пуха в руке, как бы, ну, она неплохой сейф. Ну, блядь, не прокает, у меня просто вторая, третья пуха. Ничего не могу с этим поделать. Бля, реально не прокает. Я уже, блядь, я уже там, я не знаю, сколько, месяц ебусь, короче говоря, чтобы у меня хотя бы вторая пуха прокнула. Мне, блядь, ничего не везет. Купить, блядь, ну... Да, так вот, я тоже вроде, знаешь, как бы у меня мысля такая, то что там точкану сам бы по-быренькому, блядь, и проканает. А тут уже по баблу как бы всадил там, я не знаю, 60к голды, наверное, блядь. Проще было купить, короче говоря. Не, ну пизжу. Пизжу, конечно, 60к, ну вот, блядь, в это копье, короче говоря, я уже там 20-ку вложил. То есть 20-ку вложил, я думал, знаешь, с этим, с Акхиумом еще 1,5% буду точить. Ну, не помню, как эта хуйня тоже там. Катализатор, блядь. А теперь, короче говоря, я решил то, что буду 10 подряд точить, да и дешевле выйдет, блядь. Так, надо выйти.
что? Меню сменить персонажа. Да, я нахуй так делать не угонишь там. Похуй, без боя не сдамся. Сейчас вот эту ебалу только красную. Че за красная ебала, я понять не могу. Да я твин на самом деле. Ну не то что твин, да, как бы. Я играю, блядь, вообще на самом деле, ну там может. Блядь, на арене, ну, месяца 3-4. Я просто многого еще не знаю, не вижу, не понимаю. Ни бафов, ни это все хуйни. Вот это мне интересно, что за красная хуйня на тебя висит вначале? Я просто не успеваю посмотреть. Ну вот ты говорил, с Нагашара или что там? А, то есть она еще и юзается? Ну-ка, погоди, посмотр. Не, я еще ничего не знал. Бля, ты еще и в Дельфи, ну ебаный в рот. Бля, мне вообще надо плакать, короче, и домой идти. Да хотя я дома уже вроде. Да бля, как так? Ну вот видишь, бля, ну это пиздец. Сейчас ну, просто тебя... Ну нет, я не спорю, у меня опыта очень мало. Не, ну, блядь, вот просто глянь, блядь, на эквип. Ну, ты не должен так делать вообще. Вот так, как ты делаешь, ты не должен так делать. Поверь, блядь. Я просто, блядь, тебе бью, и я нихуя тебя не сношу. У меня, блядь, фул первой эпохи, и, блядь, два девайса, блядь, первой эпохи. Загравированные, блядь, почти по фулу. Я при этом тебе, блядь, наношу урона по 300. Это чистая хуйня вообще, на самом деле. И чё, думаешь, это что-то, блядь, ну, решит? Да, я сомневаюсь, честное слово, блядь. Ну-ка, не регай арену, дай пойду кого-нибудь убью, блядь. Хоть немножко, блядь, в состояние приду. А, этот, полуостров рассвета. Бля, погодь тогда 2 секунды, потому что для меня это проблематично. Бля, потому что еще пока хуй знает где это. Сверкашка. Давай. Тогда со щитом, окей? Я хочу посмотреть, что реально щит так, блядь, решает жестко. Разбой. Да. Мне прям, блядь, интересно, потому что, блядь, ты очень жестко. Щит, правда, бля, потому что ты жестко, ты всю хуйню блокируешь, как бы, блядь, по жести прям. Не, ну, блядь, вот понимаешь, как бы, по идее, я от тебя должен парировать всю хуйню. Но, блядь, блокируешь ты гораздо жестче, чем я.